Здарова всем, ребята, с вами ваш Кент ПК. И сегодня ваш Кентуха хотел бы вам рассказать очень крутые идеи для следующих обновлений в игре Block Strike. Так что, пожалуйста, если вам понравятся эти идеи, поставьте мне лайк, потому что я, ребят, рассчитываю так, что разработчики зайдут и посмотрят мое видео, и они такие: «Хм, слушайте, у Кента прикольные идеи. Ого! А людям тоже нравятся идеи Кента. А давайте-ка мы их введем». Так что, ребят, я очень сильно надеюсь на это, что вы поддержите меня, и то, что разработчики увидят то, что идеи прикольные, то, что они нравятся мне, вам, и, возможно, ребята их ведут. Так что, пожалуйста, поставьте лайк и напишите, пожалуйста, ваши комментарии, что же вы о них думаете. Ну что же, удачного просмотра, а мы начинаем! Ну что же, ребят, я еще хотел бы вначале сказать то, что все эти обновления я придумал сам. То есть я не брал никаких групп, я не брал никакие концепты, ничего не смотрел. Просто, ребята, эти идеи есть у меня в голове. Я считаю, что если их реализую, то игра станет гораздо лучше. Ну что же, и первая такая глобальная идея — это, ребята, голосовой чат. Я вам скажу даже больше. Мне говорил Рустам, что, в принципе, это даже реально реализовать. Вы только представьте, если, ребят, добавить голосовой чат, то игра Block Strike станет, ну не знаю, на 2, а то и на 3 уровня выше своих конкурентов. Поэтому голосовой чат — это было бы очень круто, очень классно. Можно было бы снимать всякие грифер-шоу, можно было бы снимать всякие троллинги и так далее. Дальше, ребят, еще нам не хватает очень сильно статистики. Имеется в виду общей статистики. То есть, допустим, видите, у нас есть раздел достижения. Вот его надо вообще убрать, его никто никогда не смотрит. И вместо раздела достижения добавить, ребят, раздел статистики. И туда добавить общий онлайн, добавить топ одного убийцу, дальше добавить топ одного смертника, то есть это тот человек, у которого больше всего смертей, чтобы люди просто смотрели, кто там, допустим, самый скилловый, кто играет хуже всех и так далее. Я думаю, ребят, что это было бы очень классно и очень круто. Также, вот я как ютубер, у меня, ребят, есть постоянно проблема. Даже во время снятия данного видеоролика у меня, ребят, возникла проблема. Вот когда я записывал видео на фон, то есть вот это, как я играю в зомби-выживании, мне писали в чате, что я фейк. Чуваки, вот я хочу, чтобы никто никогда не писал, что я фейк. Я уже понял, что бесполезно вам говорить, что у меня ник КентПК, бесполезно, никто никогда не запоминает. Просто хочу, чтобы у всех ютуберов от 5000 подписчиков ник выделялся красным цветом. Это было бы очень полезно, очень классно и очень круто. Также меня вот немножко бесит, даже не немножко, меня сильно бесит то, что, ребят, постоянно, чтобы зайти с кем-то подуэлиться, поиграть, надо заходить в ВК, писать ему данные о сервере, и только потом выходить из ВК и заходить в игру. Особенно если вы все это делаете с телефона, это, ребят, пипец как неудобно. Нужна система пати. То есть я, к примеру, ввожу ник игрока, кидаю ему пати, он его принимает, и туда, куда я захожу, туда заходит и он. Допустим, я создаю дуэль, и чтобы я ему не писал все эти данные, я просто кидаю ему пати, он принимает, я создаю сервер, и мы, ребята, вместе с ним дуэлимся. Это было бы очень классно и очень круто. Также не хватает режима маньяк. Блин, какой же этот классный режим в CSGO. Вот кто играл, вот, ребят, кто играл маньяка в CSGO, поставьте, пожалуйста, плюсик. То есть это что-то наподобие пряток, то есть очень круто, очень интересно. Поставьте, пожалуйста, плюсик в комментарии, кто хочет вот именно маньяк и кому вот именно особенно нравится эта идея добавить режим маньяка. А также, ребята, небольшое последнее обновление, то, что не хватает режима дуэль. Ну даже не режима, ладно уже, ладно, режим дуэль не обязательно добавлять, добавьте просто, чтобы можно было создавать сервер, и чтобы было количество игроков в 2 человека, потому что сильно-сильно не хватает, прям очень сильно не хватает. Например, я на стриме создаю сервер, чтобы с кем-то подуэлиться, и кто-то, ребята, взламывает наш пароль, и из-за этого мне приходится заново пересоздавать. То есть это очень неудобно. Вот если бы было всего лишь 2 человека, то есть сервер на 2 человека, то это было бы в 100 раз, даже в 1 000 000 раз удобнее. Поэтому, ребята, это было бы тоже очень-очень круто. Ну что же, мои уважаемые и любимые подписчики, пожалуйста, поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Вот если вам нравятся подобные идеи, то, ребят, обязательно напишите в комментариях ваше мнение, потому что, возможно, разработчик зайдет, посмотрит это видео, он посмотрит, что все эти идеи нравятся вам, мне, и, возможно, ребята, что-то из этого добавят. Так что, пожалуйста, поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик и, пожалуйста, блин, я уже вроде все сказал. Ну, короче, пацаны, всех люблю, всем удачи, всего хорошего. С вами был КентПК, всем пока.